Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в покупках AliExpress я хочу рассказать вам о том, что мы заказывали на сайте этого крупнейшего китайского поставщика. И в одном из магазинов я собрала вот такой большой набор. Так, он состоит... Ну, потом скажу, из скольких товаров. И сумма здесь 4773 рубля 83 копейки. Что входит в этот набор? Капли для глаз. Вот они, верхние. Так, дальше. Мазь от геморроя. Мазь для ног от экземы, растрескивания, грибка и всего прочего. Дальше. Антибактериальный травяной крем, устраняющий аллергии, дерматиты, экземы и все прочее. Белый тигр – это вьетнамский бальзам. Дальше глазные капли, сыворотка увлажнения и отбеливания – это гиалуроновая кислота. Дальше мазь. Крем-мазь, бальзам от боли в суставах, противогрибковый препарат, еще пластыри, дальше глазные капли, ментоловый тайский пластырь, змеиная мазь от псориаза, экземы и прочих кожных проблем, для лечения грибка средства, вот это. Так, витамин Е, экстракт гамомелиса и улиточный муцин. Это, так, сейчас посмотрим, крем, наверное. Дальше, крем от варикозного расширения вен и геморроя. Крем от псориаза и экземы. Вьетнамская звездочка. В традиционном, привычном для нас виде, в баночках глазные капли. Ингалятор, это тоже звездочка, только там нет жидкого элемента, сухой ингалятор. Еще пластыри тайские ментоловые, тоже средство для ногтей от грибка. Еще одно от ногтевого грибка, травяные капли для глаз, дальше жемчужный крем тайский, отбеливающий и устраняющий веснушки и проблемные какие-то высыпания, и турмалиновое мыло. Такое давно хотела заказать, попробовать, ну вот, попробуем. Так, не знаю, сколько здесь позиций, вот здесь не указывается, но, по-моему, побольше 20, наверное, будет. И сейчас откроем вместе с вами посылку, так что те, кто не любит шуршание, могут смело выключать, потому что уже неоднократно мне замечания по этому поводу высказывали, но зато кто-то говорит, я обожаю это смотреть и слушать, потому что все буквально в прямом эфире. Так, вот такой вот большой пакет на 800 грамм, 800 с лишним грамм пришел. И посмотрим, что здесь. Что в нем упаковано. Так, в отличие от того, как присылают тайские посылки, здесь, конечно, такого нет. Так, высыпаю. Вот это все добро. Так, секундочку. Придется немножечко сделать это во время показа. Так, высыпаю все, что есть. Только бы не завалилось это на совсем. Ага, это оказалось не та посылка. То, что я вам перечислила. Эта посылка полностью с пластырями. Пластыри, которые... Так, значит, другой заказ открою. В общем, давайте посмотрим. В чистом виде одни только пластыри. И вот они какие. Так, с тигром. Ладно, потом покажу
перечень этой посылки. Так, вот такие вьетнамские тигры. Вот эти. Ожидала одно, получилось другое, но не это. Как раз это подтверждение того, что видео нисколько не заготовлены, а уж как оно в жизни есть, так и есть. И курьезные ситуации тоже бывают. Так, вот это назальные пластыри от течения из носа и от храпа. Так, это тоже вьетнамские пластыри. Так, вот такие согревающие пластыри. Я даже про эту посылку-то, честно сказать, и почему-то считала, что уже получено. Ну ладно, посмотрим ее содержимое. Потом перечень на AliExpress. Так, вот эти вот скорпионовые пластыри. Так, тут и с ядом скорпиона, змеи, вот это вот скалопендра, паук, лягушка, ну какое они отношение имеют, какие составные части их принимают участие в изготовлении того или иного вида пластыря, потом посмотрим. Так, вот такие пластыри для сжигания жира. Так, их тут приличное количество должно было быть. Ну там внутри такие маленькие вот такие вот пластыречки, которые наклеиваются на живот. И жир сжигается. Так, вот назальный еще один. Еще скорпионовый. Так, благополучно улетела одна составляющая. Так, вот такие вот интересные пластыри с пегасом буквально. И здесь находится вытяжка из не знаю чего там, каких-то живых частей морского конька. Потом о каждом пластыре постараюсь снять и рассказать. Так, это из того, что уже еще, вернее, не показывала. Так, вот такие пластыри. То есть здесь у нас достаточно такой большой перечень. Так, но то, что уже было, я не буду показывать. Вот это все было, это уже видели. Так, и вот четыре пластыря. Четыре набора пластырей с ядом скорпиона. Такое масло и бальзам со скорпионовым маслом мы привозим из Таиланда. И вот китайские пластыри с такой же составляющей. Так, еще вот такого тигра не показала. Это вот. Вот, к сожалению, номер этой посылки не отслеживался. Поэтому то, что она будет получена, то, что она придет, так, не знаю, такой... видели или нет, показывала или нет. В общем, теперь будет задача найти описание каждого пластыря по отдельности, чтобы можно было говорить об этом более подробно и детально. В смысле, благополучно сбилась. В общем, вот этот вот большой ассортимент пластырей с растительным, с компонентами растительного, животного происхождения. Вообще китайская медицина славится именно вот такими акупунктурными воздействиями на различные зоны, и пластыри очень хорошо оказывают обезболивающий эффект и лечебный эффект по восстановлению сустава ли какой-то больной мышцы или еще чего-то. Так что думаю, что довольны будем от использования этих пластырей, тем более вот какое разнообразие. Ну и сейчас я на сайте все-таки найду то, что должна была показать сейчас. А, ну вот говорила, начинала говорить, что не очень здорово, что отслеживание посылок не всегда происходит. Но вот в данном случае это как раз и сыграло ту шутку со мной, которая вот вылилась в такое. Так, ну как обычно, ищу и найти сразу не получается. Ну ладно, сейчас я следующим заходом, следующей частью сниму. Нашла я тот самый заказ, где были на самом деле одни только пластыри. Вот он, так, пластырь, 4 коробки пластыря, массажера для тела. Дальше китайский медицинский пластырь, это вот тот, что был с тигром, тигр внизу. Так, в комплекте
8 штук белого тигра и 8 красного китайского тигра. Дальше 10 штук вот этого с пегасом, что было. Ну, там, видимо, 2 упаковки по 5 штук. Это пластыри от различных ревматоидных болей, артритов и всего прочего. Дальше с тигром. Ну, вот у нас уже приходил с тигром такой пластырь. Так, с белым тигром вьетнамский. Дальше. Здесь тоже был комплект. Это красный тигр китайский. Нет, вьетнамский. И вот 50 штук пластырей для похудения. Там 5 коробочек по 10 пластырей. Дальше вот этот вот вьетнамского происхождения пластырь от остеоартрита, спондилеза и всего прочего. Носовые полосочки от храпа. Дальше вот такие вот зеленые упаковочки были. Это китайский медицинский пластырь от боли в спине, в шее, в суставах и так далее. Кстати, сейчас понадобится. У сына проблема организовалась и сейчас придет, так что наклеим. И вот такие, где была и лягушка, и скорпион, и скалопендра, еще что-то. Так, это китайский травяной пластырь для лечения и шеи, и боли любого происхождения, и всего прочего. То есть, вот такой большой заказ, ну, вот говорю, 800 с лишним грамм, вот, 2647 рублей 52 копейки стоил такой заказ. Предпочитаю, даже если где-то что-то подороже, цена компенсируется там или нивелируется за счет того, что что-то дешевле, что-то дороже, но заказать у одного продавца, чтобы заказ был достаточно крупным и пришло все одновременно. Но вот, к сожалению, говорю, что некоторые посылки, высылаемые из Китая, они сразу трекинг-номером, который соответствует российской почте или требованиям российской почты, а что-то идет с теми номерами, которые только для китайского перевозчика, видимо, доступны и ведомы. Для нас отслеживание это не происходит, не бывает возможным, поэтому вот приходит то, чего ты либо совершенно не ждешь, потому что ну, нет уведомления о том, что подходит посылка или что она уже пришла, вот просто уведомление в ящике оказывается. А когда ты уже знаешь, что такое-то отправление в пути, четко приходят оповещения о том, что ну, Почта России на этот счет четко очень работает, либо смс-сообщения приходят, либо на сайте можно это отследить, либо по номеру и по адресу твоей электронной почты приходит сообщение об этапах следования посылки. В общем, там всегда бывает легче. Тут это сюрприз и еще один приятный сюрприз, но это в следующем видео. Всего доброго, до свидания.